А можно, ну, можно ты догадаешься купить мне аптечку? Спасибо. Сам догадался. Ты такой заботливый, блядь. Такой проницательный. Вообще. И такой погорелый, блядь. Так, нажмите огонь, чтобы играть. Ебать, я угадал. Ассолтер. Назад, назад, назад. А, вот. Бля, а что у меня за управление? Видимо, ВСД и еще что-то. Штурмовик. За кого я играл? А, Гинферджи я играл. Разведчик. Че, кого взять? Да кого пош? Все плохо. FBI, open up! И FF7 есть. Вообще идеально, да? Ну как сказать? Я беру флешки, у меня есть 6 звезд, надо купить что-то себе. Есть 15 скорость, нет, рукопашки, время перезарядки. А, вон, у меня магазин есть. Особая способность, длинный пистолет, MP5 беру. Все, поехали. Как играть? Shift бить, пробел прыгать, приседать, стрелять, все, изи нахуй. Надо помочь полицейскому. Save by Angel. Ты чё тут это? С подоконника, блядь. Вас чему там учат, блядь, спецназ, Алёна? А, FBI работает! Ебать, всё сделал. Только без хп. На пол хп всё сделал. Подожди, подожди, дай подойти им. Блядь, не спеши. Я машина. Тогда иди вперед, у меня хп мало. Дай теперь дарить. Ой, я же дочрол имею. Так, ты помнишь, что так лучше не делать, потому что могут быть заложники за дверью? Нет, через красную эту они не сдохнут. Стрелять, да? Так, сейчас дадут поинты. И, сука, не хватает на аптечку. Сейчас, если что, аптечка, я не знаю, ты играл, нет? Она, короче, этот. Она одна покупается. А, я же, блядь, я смотрю налево, думаю, что я слева. Ну, мои очки. Идешь сюда, помощь нужна? Да, иду. Ребятам с бюро нужна помощь. У меня даблшот очень точный. Очень точный. Начальник. Очень точный, это как твой этот красный. По-моему, хуево. Готов, я открываю? Что за звук? Блять, какой именно? А, блять, ебаный СМР не выключил. Ой, бля. Бля, как кидать флешку? Бля, у меня есть флешка, я не знаю, как ее кинуть. Ай! Все, на кью. Выглядел как граната. Бать ему прям просто прилетело. Это шумовая. Так, пошли через пожарную лестницу поднимемся наверх, зачистим второй этаж. Хороший план. Ну ты не двигаешься вообще, ты в курсе? Ну я их просто кувыркаться не могу. Тебе надо, может, это? Что-то купить себе? Нет. Я потом вниз закажу. На, сука. Да, внизу будет пиздец. Ну, так вообще стоило, да. Будет другая ситуация. А почему там рано? Может, не понял. Ну, теперь одна дорога вниз. А вон еще вверх есть, смотри. Что еще вверху есть? Я пойду, короче, смотри, заходи здесь. Не-не, вот, а. Я уже тут, смотри. Ну спрыгни вниз, между стекол только. Ага, и жди сейчас. Ну, тихо-тихо, жди. Я прыгну в окно, да, и кину флешку. Смотри, короче, я сейчас прыгаю, взбиваю окно. Ты снимаешь вот этого, блядь, дальнобойщика, нахуй, в кепке, с дробовиком. Ну. А дальше по ситуации. Дверь, оказывается, блядь, заложников-то нахуя! Ладно, 30 дынов не видать. Ну ничего, ничего, нормально. Пошли. Пошли, узнаем, что внизу. Надо было снайперскую поддержку. Мы же на 3 звезды хотим, да, все проходить? Да. Ну, у меня это и так было на 2 пройти. Ух ты, сука! Save by Ninja. О, слушай, у меня хп нету. Все, теперь есть. Сука, задушил. Пидор с этим.
Сузи, не надо меня... Я хотел отдохнуть. Никакого отпуска. Ну это походу конец. Я думаю, сейчас нас тут опять будет выходить. А. Он сейчас возьмет заложит. Все. У тебя, кстати, три флешки, ты так ни одну не заюзал, да? Я не знаю, на какую кнопку. Я голосую за рестарт. Кстати, левел апнули, можно что-то вкачать. Рукопашный бой. День ног. Выбивание двери ногой, как большие дяди за три удара. Как большие? Это не за три, что ли, удара? Не, четыре. Это раньше все за три выбивали, сейчас надо прокачивать. Понял. Забавно. Развертывание коробки со снаряжением теперь вдвое полнее. Аптечки сдвоенные. Короче, куплю, наверное, день ног. Ну давай. Я не знаю, будем. Тут есть ветка рукопашный бой, я нахуя ты ее качаю, типа, я думаю, что я машина в ближнем. Ну вообще, блядь, из всех героев, наверное, я умею вот так вот подойти и уебать, наверное. Maybe ты не настолько useless. Давай я понесу просто. Давай, да. Работаем, короче, отдельно. Давай я просто спреем хуярю 157. Как ебанутый. Ой. Ой, я полагаю, можно уже сразу за рестарт голосовать. Скетч там? Миссии там так. Фейл. Рестарт. Короче, мой герой не впитывает ебалом. Да ну нахуй, ты еще бронежилет так-то не одевал. Ну да, я взял магазин ускоренные. Они полезные. Мне надо флешки кидать. В любой ситуации кидать, блять, флешку. Бля, ну я могу взять какой-то дигл, даблшотом хуярить. Во, флешка нахуй решает. Все, я свое зачистил. Даже. Иди наверх, я иду наверх, если ничего. Сейчас трех заложников спасу, может хватит на что-нибудь. Охуенная аптечка. Ули ты там чилишь? Я поднялся, короче, чуваку под затыльник отдал и обратно спустился. Сейчас еще раз смотри. Оп, сука, он мне черканул сейчас. Сейчас он был готов. Одного въебал. И второго въебал. Так, ну я в том месте, где мы в прошлый раз нафейлили. Понял. А я еще внизу. Ты там все? А ты в подвале или где? Да, да. Бать, мне кайфово быть челиком из бюро. Ну да. Если ты чили там спецназ работает, я хожу, то чилю, да. О, кстати, я МП5 покупаю себе, заебись нахуй. Оп. Да, это жестко. Давай, я тебя жду. Чтобы МП5, чтобы убивать заложников. Ух, блять, а ты прав. Только в этот раз, короче... блять, все красиво, не, нормально. Бля, ты что с пулеметом? Похоже. Бля, я открыл дверь просто. Да я думал ее выбивать, а я ее, бля, я бать сейчас фейл был, но я все с этот. Тук, тук, тук. А теперь, ну а нахуй. Ебать, ты видел какой МП5 этот? Три звезды. МП5, короче, ебашит так что. Три звезды. И как же ебаешь ты МП5? У него не как у твоих автоматов. У него пули, блядь, ровная, ну. Мне даже стало... Короче, он точный, во, во, он точный, вот так. Правильно будет сказать, он просто точный. Блядь, тут есть вот эта улучшенная броня, как у тебя? Ну, тут минус 15 скорости, а не... Да, у меня тоже. Ну да, вот я игру, как у тебя, я не буду такую носить. Я хочу быстро бегать. Подожди, а там второй бронежилет, что он дает? 95 броня против рукопашных атак. Нет, да. Лучше уж перезаряжаться. Ну только на картах на каких-то, по-моему, это актуально. А, надо карту найти. Ну пошли.
Подожди, дай ему подойти. Ой. Это я задел, походу. А может и ты, давай. Красава. Все красиво, я тут чищу. Ложника, правда. О, ебать. Ну-ка вернись. Теперь поехали. Береди, сейчас. О, ебать! Надо подумать. Ты готов? Поехали. Наверное. Флешки кидай. Готово. Да, даже с этими с флешкой разобрались. Так лучше. Бюро работает. Там крыса, да, кто-то? Нет, это не та комната. Блять. Я вообще подумал просто так. Перед последним ударом хотел спросить, ты готов или нет, ты ответил. Вот здесь крысы, по-моему. Ебашь всех крыс. Разносчики чумы. Отлично. Так, подожди, у меня флешки кончились. Давай, наверное, куплю. Да, две штуки. Или мне расскажешь, что ты потом. Че? Стал перед ним перезарядиться чисто. Заложнику дал. Пиздели. Леща. Бля, ну Five Seven даблшотом не убивает вот этих даже с ножами чуваков. Я наверху, а. Я тоже. Дратути. Смотри, сфоткал. Сфоткал? Где такой фотоаппарат? Где такой фотоаппарат продают? У меня тоже фотик есть, да, какой портативный. Мыльница, да? Бля, чего? Давай, сука! Убили. Файт. Так, у меня что-то это, ебало кончилось уже. Вот ключ-карта. Бля, здесь нельзя, да так? Ебать, так мы с первого раза на три прошли? Изи. Да, это жестко. И бонусную экспу за крыс, пожалуйста, как Divinity. Ну да. Да мы уже были 99 уровня. Сейчас, подожди, экспу уже стрелять. А мне никуда не хватает, или что? Сейчас я хочу чекнуть разведчика. МП-9? Это что такое? И МП-5 с глушителем. Вот МП-5 с глушителем интересно. Что у него есть тут? У меня... Шарообразная камера. Подсвечивает врагов. Дополнительный урон по целям. Шпион камера. Позволяет заглянуть за закрытую дверь. Дополнительный урон по целям. Дальше все стандартное. Хуй знает. Наверное, он... профитный. Да. На высоких уровнях сложности. Ну, прикольно. Не, он на самом деле прикольный, но у меня просто ферджи прокачанная это. Да. Я потом буду за нее играть. И вот так можно. Ну нахуй. Да он, ты видел, что сделал? Просто напрыгнул на него. О, дочуровы! Да это жестко. Как остаться без брони за дохода? Ой. Бля, и на броне не хватает. Осторожно, по-моему, огонь. Не? Выглядит так, как будто бы да. Бля, там вот снизу бочка. Давай я справа беру челик. Да давай вперед пройдем, посмотрим. Пошли. Здесь вроде заложников нет, да, можно даже не бояться. Здесь бочек главное бояться. Это зачистка? А, кстати, бочек. А я не могу тебе над ногой пнуть ее вниз. Какая кнопка, интересно? Так. На F? Yeah. Тебе бы узнать, охуенно было бы, как флешки пинать? Заебись, мы не зашли. Мы, во-первых, поджечь, во-вторых. Ой, бля, не, это опасно. Короче. Да похуй. Давай, готов прыгать вдвоем? Я флешку кину. Вроде да. Ты жив там, все нормально? Давайте двух одним выстрелом. Не, ладно, рано пока аптечку. Оу! Сейчас, флешку. Заходи, давай, давай. FBI, блядь. Open up. А чё это за оружие? Последнее какое-то. Пойдите там. Это MPX или что это? Это MX500. MPX, наверное.
Там 10 звезд стоило, я помню, типа очень ебался с тем, что урона у стандартного очень мало. А как так вышло, блядь? Надо забыл аптечку купить. Че, рестартаем? Давай. Я просто спросил и пошел на фидил сразу. Это был тактический фид. Нет, я в смысле специально, чтобы рестартнуть. Я играл еще тогда, когда эта кнопка отмена миссии не работала толком. Да, я помню. Она всегда не работала. Сейчас считаю, она первая. А! А! Ебать, успел отбежать, броню купить. У меня все хуево. Я к тебе иду, короче. Хорошо. Сейчас подъезжаю. Так. Ты убил до того, как флешка вообще взорвалась. Это мой вуд. А теперь иди. Бать, по сменам работаем нормально. А я могу тебе уже аптечку поставить? Да, можешь. Спасибо. Да мне как-то неловко просить было. Чтоб агент из бюро просил спецназ аптечки. Странная хуйня. Ну я поспешил, надо было тебя дождаться. Ой, блядь, перезарядка. Да, чёрт, бля, пощади. Так, ну этот этаж мы зачистили. Ну на верхней здесь не прихитый. Я флешку. А, ну без флешки. А, флешек-то нет, подожди. Нет, тогда нахуй. Не, я купил, сейчас. С левого, да, хорош. Ну у меня... Пойдём, пройдём до конца. Ага, сука. Хитрый. И ты умри. Ой, я что-то засмотрелся. Этот. Ай, дамажит, взрыв, кстати. Да? Огонь дамажит, если что. Понял. Ух, блять, ух, блять, ух, блять, это было близко. Мы разделились, да? Иди сюда, давай, я здесь флешку закину. Я подожди. Ну хотя там очень много врагов. Но я думаю, мы за флешку сможем развалить вот этих пятерых. Я левых беру, ты правых. Готов? Там было еще точнее, где правых. Так, я беру аптечку. Угу. Я броню. Отлично. Работаем, работаем, спецназ. Ты стучи по двери, а не убивай, типа, на... Ну... Если мили атакой стукать, то ты забайтишь их к двери. А, бля! Ебать! И догорел. И зафейлил, сука. А-а-а! Мыши, фейл. Я, кстати, левел ап. Бомбануло так. Да, да, да. Ну давай куплю уроки самозащиты себе, давай. Стой, я отменить нажал, да ёбаный рот. Теперь мне в миле слабее будут эти пидоры с ножами пробивать. Все нормально. Остаться без брони. Все нормально. Все в порядке. Нас только в FBI учили. Саня, ты в порядке, ты скажи нам. Без брони я буду быстрее. Да ёбаный дробовик, слышь? Быстрее умирать. Ладно, давай вместе ходить, на самом деле. Вместе сила, здесь вроде нет смысла как-то. Ладно, блядь. Сколько у меня звезд? 6. Ёбаный дробовик. Да? Не хотел, вот вообще ни разу не хотел. Кстати, посмотри на свою броню и на мою. Снизу синяя полоска. Почему у меня больше? У тебя хп просто больше. Ой, меньше. Полоски одинаковые, просто у тебя хп меньше, у меня больше. Не, да, однозначно синяя моя полоска больше. Да, синяя больше, а суммарно одинаковая. Если хп плюс броня. Не? Пизда. А, такая призарядка! Прикрыл тело. Хорош, настоящий друг. Бочка, бочка, блядь! А, сука, на-на-на-на! Ебать! Тупо прикладом отпишен. Хотя у пистолета нет приклада, ладно, проехали. Чем ты там отпишен? Сошками. Пистолет и сошки. Ага, ножом сошками. Тут
кто это обезьяне. Я что-то купил броню, у меня теперь просто урон не получаю. Что за хуйня? Очевидно, баланс так выглядит. Блять. Ебать. Ты умер? Да. Я прыгнул. И умер. Вот сейчас смотри, я поменяю броню обратно на магазины. Все начнут попадать в меня сразу. Бля, какой трек охуенно играет. Да. Надо будет на самом деле потом скинуть саундтреки. Потому что они действительно хороши. О! Доджить! И сюда, сука! Ебать, я это пережил без брони, ты видел? Да, это же. Так, ну нахуй. Все чисто. Осталось тут крыс побрать. Это были крысы. Сука. Ебать, ты жесткий. А можно, ну... Можно ты догадаешься купить мне аптечку? Спасибо. Сам догадался. Ты такой заботливый, блядь. Такой проницательный. Ну вообще. И такой погорелый, блядь. Подгорелый, да. Так, ладно, пошли, собрались. Собрались, поехали. А что случилось-то, я не понял тебя. В смысле? Ну, в смысле, что? Бочка взорвалась. А, всё. Просто ты бочку не заметил? Да. Я просто имел в виду, давай проведем анализ. Я прям типа, на ней и... просто сидел. Понял, все, ты просто не заметил. Я думал, может, ты сейчас скажешь, а, там врагов было дохуя, мы были не готовы там. Ну да. Ну не, ну типа, мы такой, час подготовимся, понял. А если так просто не доиграл, то просто не доиграл, тоже бывает. Я испугался. Ну, пизда тебе, черный. Нига. Короче, ты их уебёшь? Иду внизу зачищу. Ебать, там... У них был снайпер, он умеет, ну... У него, короче, скилл был, как у тебя, и он мне ебанул. Я умер зачем? Понял. Я чё-то не помню, мы его как-то убивали каждый раз, так что там челик, который... Ну, стреляет вот этой хуйнёй. Мы, кстати, качаемся, пока ползаем. Качаемся. Ну, я бы лучше качался. Проходя. Ебать. Ебать, мы. Вот это комбина. Yeah. Подожди, надо вот так. Yeah. Нам было этому, который с дробовиком. Блять. Да, флешку проебал. Mm-hmm. А так да, норм. У меня ноль флешек. Так что теперь за тобой хожу. А на самом деле, рили флешки просто хуярить по КД и покупать новые. Норм страта, как по мне. Да, вполне себе страта. Ладно. У меня нет флешек. А, ну я могу купить. Я предположил, что они на Г. И чё? Проебался. Бывает и так. А, вон он стоит, сука. Видишь, с калашом с этой сигары. Вот у него скилл, как у тебя, он стреляет чисто один. Вот, да, вот так, сука. Хорошо. Умер, подготовлен. Да, бля. Он, короче, отвернулся. А, пизду даже. У него флешка, короче, не сработала. Ебать, там пришли еще. Ох, блядь. Ага. Я разобрался.
Я обработал. А вот, вот этого ебана убил наконец-то. Так, флешка есть, я поднимаюсь. Я еще не готов. Блять, не на те кнопки. Ух, ебать, хорошо, съебаться успел. Я начал не на те кнопки нажимать. Дал? Мили как его уебал. Ладно, я тут левую часть зачищу. Опасно, бочка. Осторожно. На вот такой карте надо бричера брать. Ребята? Ну да. Ну, он обычно заложников убивает, а тут их нету. Ему так похуй сейчас было бы этих врагов. Как сказал бы любой персонаж на Фордеде, перезаряжаю. Ладно, сейчас посмотрю на склад. Да сука, все на бронежилет никак не могу накопить. Давайте я поставлю. Не, броню ты не можешь поставить. Да, ебать ты. Ебать ты. Да я затопил, но была флешка нагибала. Верхний и нижний, да, остался. Ой, я нашел какой-то пончик. Секретов собрано 2 из 20. Ого. Секретный пончик. От бюро ничто не скроется. Так, я пошел вниз, наверное, не? В ту комнату, где дохуя врагов. Давай, готов? Подготовился, блядь. Чисто готов, блядь. Готов умирать. Ух. Mission accomplished. Have we seen the actual reality of a monstrous crime? Or merely an illusion, the product of a tortured brain?